Доброе утро, дорогие друзья. Бокер тов. Шауа тов. Ходеш тов. Сегодня новый месяц. Называется он Яр. И у нас новая недельная глава Торы. Называется она Кдашим. Интересно, что в этой главе много заповедей. Написано, что 51 заповедь. Сефер Хинух говорит, что 13 предписаний. Мы уже знаем с вами, что предписание это говорит делай. И 38 запретов. Запрет это значит заповеди, которые говорят не делай. Значит, первой заповедью из этой главы является заповедь бояться родителей. Очень важная заповедь. Мы знаем, что в 10 заповедях у нас стоит заповедь «Чти отца твоего, мать твою, да определись дни твои на земле, которую Бог всесильный твой дает тебе». И в данном случае говорится, что нужно бояться родителей. Значит, «Бойся матери твоей и отца твоего», а когда почитание, то «Чти отца твоего, мать твою». Почему? Здесь стоит отец на первом месте, когда идет почитание. А когда боязнь, надо матери бояться. Потому что наши мудрецы говорят, обычно человек почитает больше мать. Поэтому он должен в первую очередь обратить внимание на почитание отца. А вот боится больше отца. Поэтому здесь Всевышний говорит, бойся матери твоей. То есть, чтобы обратили внимание на это. Эта заповедь не разрешает нам даже садиться на место родителей. Если это кресло или стул отца, мы то садиться не можем. Мама или папа, вот такой вот. И мы не можем перечить родителям. Если они даже странные вещи говорят, мы должны стараться выполнить. Если это не граничит с исполнением заповедей, то мы обязаны выполнять даже любую странность родителей. И пишется, даже если отец бьет тебя или плюет в лицо, тоже ты не можешь ему отвечать грубо. Ты должен подчиняться этому. Хотя мудрецы и запретили отцу бить взрослого сына, чтобы не было позора. То есть это тоже Тора и защищает, конечно, от таких действий отца. Он не может безграничной властью пользоваться. И как бы там ни было, мы это все должны принять и выполнять как заповедь Торы. И кто это не выполняет, он нарушает предписание Торы, почитание отца и матери. И написано, чти отца твою, мать твою, или бойся отца матери твоей, отца твоего, и субботу мы и соблюдайте. То есть настолько важная заповедь, равняется как к выполнению субботы, за которую, мы знаем, строгая ответственность идет. На этом наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Гитл бат Мирьям, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ида, Исхак Шимон бен Белла Мотл, Фира бат Анна, Гитл бат Мирьям. За хороший дух Арона Рея бен Двойра, Денис бен Ахум, Авигаль бат Сара. Пусть закончится скоро эта война. Мы хотим, чтобы она сразу закончилась, сейчас. Записывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.